На конкурс. Дети читают стихи. Винокуров Никита, 5 лет, село Абрамовка. Стихотворение Сергея Михалкова «Мальчик с девочкой дружил». Мальчик с девочкой дружил, мальчик дружбой дорожил, как товарищ, как знакомый, как приятель он и раз провожал ее до дома на коленке в поздний час. Очень часто с ней вместе мы ходили на стадион, и они, как и невесты, никогда не думал он. Но родители нищами говорили так сами: «Поведите к нашей Тане», так заказывают дыни, отворяли двери соседи, улыбается: «Привет, если ты за Таней едешь, то невесты дома нет». Даже в школе разговоры с порой. Кто-то смотрит в контроле, это дружба, ой-ой-ой. Стоит вместе появиться, со спиной узайти, Иванов решил жениться, записать в женихи. Мальчик с девочкой дружил, мальчик дружбой дорасил, и не думал он влюбляться, и не знал до этих пор, что он будет называться глупым словом ухажер. Чистый, честный и открытый дружба мальчика была, а теперь она забыта, что с ней стало, умерла, умерла от плоских шуток, душ мешков и потолков, от мещанских прибауток, дураков и послепков.